мне уже... Да. Ну, все, что она могла, она все сказала в своих стихах. Вот. И очень много было ее выступлений, особенно вот на 6 июня, в день рождения Пушкина, в памяти Пушкина. Вот. Ну и дети очень хорошо воспринимали ее стихи. Мы даже не ожидали, что до детей вот такое будет восприятие ее поэзии. А вы сколько вместе проработали? Ну, я проработала с ней 8 лет. 8 лет вместе проработали. Сидели рядышком, да? Практически. Ну, конечно, как это говорят, супер на пупор. Ага, ну да. Ну, замечательно. Спасибо.